Размеренное для козельчан воскресенье, для героинь акции «Преображение» насыщенно впечатляющее событие. С ними связались мастера салонов красоты и пригласили на прием, где их внешность изменится до неузнаваемости. Проводится эта акция далеко не в первый раз. На этот конкретный случай происходит в рамках первого ежегодного чемпионата среди мастеров в сфере красоты под названием «Битва мастеров». Это все происходит очень неожиданно. Я даже не ожидала, что меня вот так встретят. Но после этого, конечно, я надеюсь, что на 100% шикарно выйти. Для Сусанны Монгуш мастера приготовили целый комплекс косметических и омолаживающих процедур. После них профессиональный стилист подобрал ей одежду. Чемпионат проводится при поддержке Торгово-промышленной палаты Республики Тыва, Фонда поддержки предпринимательства и частных спонсоров. Это альгинатная маска. Ага. Она увлажняет, во-первых, цвет лица сразу изменяется. Более свежее лицо будет. Такое, как бы, омолаживающая маска. В конце насыщенного дня к усилиям специалистов в сфере красоты подключились спонсоры-владельцы одного из козельских кафе, где для семьи героини был устроен праздничный семейный вечер. И еще одна героиня, Чойгана Андар, приглашена на преображение мастерами уже другого салона. Преобразить девушку с ограниченными возможностями здоровья для мастеров было делом принципа. Данный конкурс проводится в целях повышения престижа и квалификации мастеров, раскрытия новых имен в бьюти-индустрии Тувы и их продвижения на международном уровне. Оценивать работы приедут профессионалы с Москвы, Красноярска и Абакана. Победителям предоставят возможность пройти обучение в Монголии, где бьюти-мастера имеют международную практику с людьми азиатской внешности. Чемпионат будет проходить 16 и 17 декабря. Организаторы приглашают к участию всех желающих мастеров в сфере красоты. Даян Данцерюн, Мирана Эргит, Тува-24.